В Днепре на этой неделе прошел чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет. Более 300 спортсменов приняли в нем участие, в том числе и дзюдоистка из Славутича Христина Гоман. Увы, до финала Кристина не дошла и заняла 3-е место. Но все равно удача. Поздравляем наших тренеров Олега Копылова, Валентина Копылова и Юлию Щедракову и, конечно, Христину с бронзовой медалью. Говорит, 3-е місце посіли Катерина Човгун, місто Дніпро, та Христина Гоман, Київська область. We'll be right back.